Как не повторить ошибок Синнова? Об этом сегодня говорили чиновники, руководители рынков города и сотрудники МЧС. Представители ведомства рассказали, что все нарушения противопожарной безопасности, выявленные проверками в 2013 году, были устранены. Тушение пожара было осложнено поздним вызовом, то есть изначально сотрудники пытались сами бороться с огнем, и тем, что доступ к объекту оказался закрыт. Когда мы там все были в пятницу вечером, там была сначала проблема к тому, чтобы не могли подъехать, встать, вовремя развернуть свою, вот эту, свою мощную технику. Что там мешает? Эта проблема доступа к объектам при тушении пожаров, она, мы сталкиваемся с ней постоянно. Это загруженность транспортных магистралей и мест непосредственно, которые привлекают к тем или иным общественным местам. Эта проблема стоит не только непосредственно вокруг территории Сино. С данной проблемой мы сталкиваемся вокруг всех общественных зданий. Данной проблемой мы сейчас активно занимаемся. Сейчас специалисты проверяют другие рынки города. В Саратове более 250 крупных торговых объектов. И на 10 из них на данный момент остаются неустраненные нарушения пожарной безопасности. Это рынки Славянский, Северный, Локомотив.